Ребят, всем привет! Очень рада вас вновь видеть. Пишите, как обычно, свои комментарии, и я обязательно на них отвечу. Я надеюсь, что сегодня интернет не подведет нас. Добрый вечер. Так, секундочку. Так. Добрый вечер, ребят. Сегодня, знаете, что молчу, но смотрела сообщения. Мне тут достаточно много накидали сообщений про глаза. И про глаза можно с вами поговорить, знаете, на какую тему. Я обычно в открытых эфирах это не люблю говорить, но как-нибудь немножечко туда зайдем. Если нужно будет как-то более глубоко туда уже зайти, то тогда уже, ребята, кто в закрытом клубе, пишите, и мы это разберем уже более детально. Вот. Про глаза. Ну, во-первых, я могу вам сказать, что глаза, зрение, оно у нас восстанавливается. И восстанавливается достаточно хорошо. Но на моей практике у ребят с четырех разные глаза были. Я, правда, не помню, плюс или минус, вот этого момента не помню. Но на одном было 4, а на втором, по-моему, 2,7, что-то такое было. Вот. На сегодняшний день прошло год и два месяца, и зрение практически полностью восстановилось. То есть оно еще бывает, уходит. Вот. Но зрение практически полностью восстановилось. Оно восстанавливается у нас как? Во-первых, когда мы начинаем, то есть вы все прекрасно знаете, да, что хрусталик его держит мышца, глазная мышца. Вот. И он, конечно же, точно так же восстанавливается, когда мы начинаем тренировать, не только тело, но и все свое, не только глаза, но и все свое тело. Вот. И на фоне этого, конечно же, есть восстановительные моменты. Вот. Но и глаза, сетчатка глаза, это же не просто видение какой-то картинки, не просто видение этой плотности, этой мерности, этого мира. Сетчатка глаза, она уникальна у человека. Точно так же, как и отпечатки, да, мы про них тоже говорили. Вот. И что такое сетчатка глаза? Это не просто хрусталик, который подает сигнал
да, у нас сюда, в том числе и в лимбическую систему. Это про то, что в нашей сетчатке, наверное, так грубо скажу, зашит определенный код, которым, распаковав его, как и себя, мы можем видеть достаточно глубокие моменты. Глубокие моменты, что я могу назвать это глубокие моменты? Это когда мы видим не просто образы, когда мы видим то, что стоит за этими образами, когда мы видим не только этот мир, который доступен всем, когда мы видим другое. И вы, наверное, не раз замечали, что когда ребеночек рождается, у него первое время абсолютно черные глаза, то есть у него сам зрачок, он расширен максимально. Он расширен максимально, это чтобы... пройти вглубь, то есть ребенок изначально, он не видит обычных предметов, то есть лица матери он не различает, игрушку, если будете ему что-нибудь крутить, то игрушку он ее даже не увидит, и не просто не увидит, а вплоть до того, что когда ребенок, например, капризничает, если вы будете игрушкой, погремушкой трясти, он не сможет поймать это, он не сможет поймать даже вибрацию звука, потому что она будет настолько хаотичная, что она будет уходить из его поля видимости. Но если можете, даже если у кого-то есть в доступе маленький ребенок, то можете проверить. Например, если ребенок сильно капризничает, то погремушка вот так, то есть раз, потом чуть-чуть отводите, два, и тогда у него идет фокус, он фокусируется на этой игрушке. Почему ребенок сразу же сфокусироваться не может на чем-либо? На лице матери, отца, на каких-то предметах. Потому что он еще на данном этапе смотрит намного глубже, чем есть вот эта вот голограмма человека, которую мы видим в этой плотности, с тем, что наш зрачок, он как под пеленой, он как будто как зашит. И многие детишки, особенно до 3 лет, многие тоже могли это наблюдать, что они, например, ни с того ни с сего начинают плакать. Начинаются у многих сейчас уже детишек, начинаются истерики, причем истерики на ровном месте. Вот он может закатить истерику, и какое-то время, причем бывает продолжительное время, час-два, и вот он просто вот в этой истерике, и там уже все мамочки, бабушки, папочки, они уже не знают, куда себя деть, и начинают там всякое развлекать, уже не знают, что ему в рот засунуть, там, либо он есть хочет, либо еще что-то, а потом в раз перестает плакать. Это как раз тот момент, когда он проходит через зрение, через сетчатку глаза в другое пространство, но тело его остается здесь, он как бы растождествляется, он и тело, он и его скафандр, его аватар растождествляется между несколькими мирами. И через звук, мы с вами говорили, да, что такое звуки, и через звук он себя закрепляет там, где он на сегодняшний день должен пройти свой определенный опыт, то есть закрепляет себя в теле через звук, не давая себе выйти. Может быть, я говорю какие-то мифические вещи, но это все, ребят, проверяется, и на этом есть даже написано несколько научных статей. Кто любит науку, те, наверное, вот в этой базе ковыряются и видели некоторые работы, которые при совмещении нескольких умных людей, давайте так назовем, при совмещении, при компиляции этих знаний, вы понимаете, что на другом уровне ученые все, что мы с вами говорим, вот эту вот бредятину, они это уже давно все научно исследовали, и это действительно так. И когда мы с вами говорим о том, что по Face ID у нас открывается телефон, по Face ID у нас там еще что-то срабатывает,
Ребенка до 3 лет сделайте ему Face ID, и Face ID не считает, пока сетчатка не закрепилась в этой плотности. Точно так же, как и пальцы у детей не считываются, но там примерно лет до 7 они не считываются, хотя сетчатка глаза, может быть, тоже, я не буду утверждать, до какого возраста, чтобы не вводить вас в заблуждение. Но вот это вот считывание на гаджетах сетчатки глаза, вы же, наверное, не думаете, что это для нашего удобства, да? Чтобы не запомнить там какие-нибудь 4 цифры. Мы же с вами не тупые, можем запомнить и цифровой код. Но всем стало очень удобно. Очень удобно, потому что ничего не нужно носить. Все вроде бы, никаких паролей запоминать не нужно. На себя посмотрел, и все зашло. И вот как раз сетчатка глаза, то, что мы с вами даем вот этот Face ID. Face ID — это не просто по глазам считывает. Это считывает по... То есть глаз... Он так устроен, что вокруг него идет, естественно, мышечная структура. Под мышечной структурой идет костная структура. И костная структура, да, вы все, наверное, видели, что вот у некоторых людей, неважно какого они возраста, это может быть просто генетически заложено, что, например, вот эта вот глазница, она более глубокая или более далеко от носа. Ну, абсолютно разные. И вот это вся структура лица, она как такой, в базе, вся структура лица. И когда считываешь Face ID, вы даже можете в темных очках, и вас все равно считает, потому что каждая мышца, она уже считывается не для вас. Она считывается для голограммы, для следующего мира, который на сегодняшний день уже изобретен. Господи, что со мной сегодня? И когда спрашивают, есть ли такие же миры, как наш, есть. Есть тот мир, есть похожие миры, как наш, есть новый мир, который есть, как другие, уже в другом мире. И помимо всего этого, вы, наверное, если вы отследите по датам, это не очень сложно сделать, если вы отследите по датам, когда начались внедрение лица, внедрение глаз, внедрение отпечатков пальцев, внедрение того, что есть то, что непосредственно связано с нашим мозгом. С нашим мозгом что связано в первую очередь? Это речевая структура, вся речевая, весь речевой аппарат. Это глаза, это лицо, в том числе и форма лица. Это и отпечатки пальцев. Это все то, что дает сигнал, импульсы в наш головной мозг. И когда вот это вот считывание началось, у людей началась глубинная трансформация вкусовых предпочтений. То есть у нас обонятельные железы провоцируют воспоминания. И тогда начали управлять, как многие пишут, там, паразиты в теле, там еще кто-то, вас, что-то там вам понравилось, что-то вкусно, вот я без этого не могу. Это как раз то, что уже зашито в ваш код неприродный. Неприродный — это тот, который можно изменить на любой стадии развития вас, от которого можно... уйти на любой стадии развития вас. И как только обонятельные железы, которые провоцируют любое воспоминание в вашей жизни, вы с ним начинаете работать через пальчики, начинаете работать через мимику лица, начинаете работать через тело, вы возвращаетесь к своей структуре, к своему коду. Назовите это, как вам пока удобно. Самое главное, чтобы вы поняли вот эту вот цепочку. Тогда вы слезаете
с иглы. С иглы, я бы сказала, даже, знаете, как важности к самому себе, и это раскрывает для вас другой мир. Что такое важность к самому себе? Важность — это когда ты хочешь обладать тем, что, в принципе, тебе не нужно. Это какие-то очень, ну, не очень, ну, просто давайте, какие-то, например, автомобили, которые вам не нужны, то есть вам комфортно, к примеру, ездить на такой-то марке, но вы покупаете себе другую марку, более дорогую, чтобы ездить на ней. Причем вы ее покупаете чаще всего в какие-то кредитные, в кредитную энергию, я бы так назвала. Это дома, это еще что-то. И что под этим, подо всем стоит? Это же не ваш статус, это не ваше даже восприятие себя в социальной программе, а это очень тонко вас, как, знаете, вот флажки на карту делают, когда вот здесь вот я был, и флажочек на карту, тынц, здесь я был, тынц, и сюда я хочу съездить, и флажок на карту. И вас таким образом пригвождают, не знаю, как правильно сказать слово, к тому месту. Это даже может быть не улица, это может быть даже не город, и это может быть даже не страна, а к тому месту, где вам кажется, что это хорошо, к тому месту, где вы себя ощущаете, как это, например, место силы. То есть, думая, что вы абсолютно свободны, думая, что вы абсолютно можете себе позволить и это, и это, и это, и начинаете покупать то, что вас возбуждает центр мозга того, что у меня это есть, то есть вы себя как будто как закрепляете. Вы себе все больше и больше делаете этот чемодан, с которым идти куда-то в дальние расстояния самого себя намного сложнее, нежели налегке. И я могу вам сказать, что действительно есть такие люди, которые максимально богаты. Максимально богаты временем. У них, как правило, нет недвижимости, яхт, заводов, пароходов. Но у них есть тот финансовый ресурс, с которым они могут по этой материальной структуре перемещаться хоть где. Но закреплять себя чем-либо, какими-либо обязательствами, например, квартиру, там, дом, машину, за которые нужно платить налоги, за которые нужно отчитываться, они это не закрепляются этим. Они выбирают там, что сюда приехал, вот я буду жить здесь. Сюда приехал, я буду ездить на это, я буду пользоваться вот этим. И такие люди очень и очень неудобны для нашей системы. Вот. Неудобны для нашей системы, потому что эти люди, они становятся не просто миллионерами, да? А они становятся миллионерами времени. Много ли вы знаете людей, миллионеров времени? Вы их практически не найдете. Потому как для нас, для нашего общества, нас посадили на такое восприятие, там, журнал, вот на, по Forbes, он на, там, вот, входит в десятку, там, в рейтинг такой-то, этот ходит в рейтинг такой-то. Мы стремимся попасть вот туда-то, мы стремимся показать себя вот так-то. То есть мы стремимся, что-то кто-то начинает делать вот это вот стремление, как бы показать свою индивидуальность через неиндивидуальные вещи. И
Это один из крючков. То есть, когда ты хочешь показать, что вот я вот такой вот, вот такой вот, и при этом твоя база состоит из той материи, которая не принадлежит тебе, то значит тебя система может съесть в любой момент. И только когда ты можешь вырваться в индивидуальность самого себя только за счет себя, то ты всегда будешь тем, кем ты являешься. Да, Артёмушка, надо будет немножко сначала. Привет всем. И как раз я, сама проходя этот путь, я его еще до конца, конечно же, не прошла. Но я его сейчас иду, прохожу и с огромным удовольствием стараюсь с вами делиться, потому что идти среди единомышленников, среди тех людей, которые обрели себя, намного легче. Это получается такая легкость, когда ты можешь что-либо сам сделать, кому-то что-то передать, тот берет. И вот это тогда взаимное владение информационным полем становится вашими общими знаниями. И именно поэтому я на ретритах максимально ребят вскрываю, чтобы они не шли по моим следам, чтобы они не были моими союзниками, чтобы они ни в коем случае не делали так, как я делаю, а чтобы они были теми, кем является он сам. Потому что каждый из вас — это уникальность. Если бы вы не были уникальными, то всех вот этих вот заморочек с мега-гаджетами никто бы придумывать не стал. Хватило бы одного, и по шаблону бы все разнеслось. Но на сегодняшний день, почему идет считка этого, считка вашей личности? Именно потому, что вы абсолютно индивидуальны. И, наверное, вы уже слышали о том, что сейчас ученые, помимо того, что миллион людей перекроенные, пластические операции, еще что-то. Я ни в коем случае не против. Каждый делает, что хочет. Это абсолютно его выбор. Но на сегодняшний день есть такая услуга, я бы, наверное, так сказала, когда меняют цвет глаз из темных в светлые. Это же очень красиво, когда, например, какой-нибудь брюнет или брюнетка с абсолютно светлыми глазами, светло-серыми, светло-голубыми. Но какое будет последствие у этих глаз, потеряют ли они полностью свой генетический код или нет, никто сказать не может. Но красота настолько берет свое, что просто вырубает людей из состояния значимости к самому себе. Но это же еще не просто так идет. Это же еще идет к тому, чтобы максимально. Смотрите, когда вы пишете что-то в тетради, да, и, например, что-то вот здесь неправильно, здесь подчеркались. И вроде как уже черновик такой, и хочется, а информация полезна, и вы начинаете переносить на другой носитель. Цифровой, либо книжный, абсолютно неважно. В тетрадь. Вы начинаете уже красиво писать, учитывая тот опыт, что здесь ошибка, здесь вот нужно подправить, здесь еще что-то. И на сегодняшний день здесь есть те люди, которые сейчас и проходят как черновики. И люди, которые перекроены, как бы это ни было печально, я не говорю про аварии, да, есть такие моменты, когда люди попадали в аварию, и тогда хотя бы пытались восстановить хоть что-то из того, что у них есть, чтобы
максимально комфортно себя чувствовать. Но есть и люди, которые не принимают себя уже и за счет внешней оболочки хотят принять себя по-другому. И вот эти люди, они свой аватар, который у них единственный, что у них здесь есть, они полностью обнуляют структуру ДНК-кода. ДНК-кода — это тот информационный родовой поток, через который они могут выйти на новый уровень. На новый уровень — это в новую плотность. То есть мы с вами говорили, что пространство, оно единое, не бывает несколько пространств. Но плотностей в нем очень достаточно много, давайте так назовем. И чтобы выйти на другую плотность, кто как говорит, там следующее измерение, там еще что-то, то вот люди, которые себя достаточно сильно поменяли, они даже душой не смогут выйти. То есть тело, я же не тело, можно сказать, что я душа, да, и у моей души есть тело. И вот это тело — это как книга, это информационный портал. И этим информационным порталом, когда я умею пользоваться, то я тогда превращаю себя, как душу, в источник знания. Артёмушка, привет. Глаза меняются от состояния. Смотрите, ребят, глаза меняются от состояния. Я бы не сказала, что... Ну, и если ему говорите, там, блестят, горят, там, еще что-то, это понятно. Но... Сам цвет глаз, он уже есть при рождении, и он может в течение жизни не поменяться кардинально. То есть может глаз очиститься. И когда он очищается, то они у вас становятся немножко другим цветом. Но кардинально, то есть из голубых в карие, вы не перейдете. Из карих там в светло-серые вы тоже не перейдете. Они могут меняться слегка, то есть слегка очищаться, они становятся просто светлее. Ребятки, если есть вопросы, я вам поотвечаю. А если нет вопросов, то завтра в закрытом клубе я с огромным удовольствием раскрою эту тему глубже, чтобы было понимание, как нам читать свой код. Когда мы начинаем читать самого себя, мы знаем, как нам нужно, как нам проще и как нам доступнее подкорректировать себя, чтобы выйти на легкость в другой уровень. Трое немного сегодня пообщался, говорит, молодец, много проработал, все видит, тоже умничка, здорово. Вот, ребятки, очень была рада вас видеть на своем канале. И пишите обязательно комментарии, любые, даже самые негативные, это тоже ваше мнение, на которое вы абсолютно имеете право. Я их с огромным удовольствием абсолютно все читаю, и очень рада, что я вызываю у вас абсолютно разные эмоции, что я могу вызывать абсолютно разные эмоции, а не только положительные. И чем больше будет вопросов, чем больше будет ваших рассуждений, тем больше будет у нас тем для обсуждения. Потому что вы прекрасно знаете, что не все темы я могу обсуждать здесь, но если уж вы мне напишите какие-нибудь комментарии, то мы его все равно обсудим. Я вас всех благодарю, крепко-крепко обнимаю.